Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Сейчас мы выполним упражнение 107 на странице 70 учебника по русскому языку для 3 класса автора Климанова. Рассмотрите модель слова. Напишите, как определяют значение слова «подснежник» люди, живущие в разных странах. Русские. Цветок из-под снега. Англичане. Капля, упавшая на снег. Французы. Проткни снег. Немцы. Снежный колокольчик. Если вам понравилось видео, смотрите остальные видеорешения на нашем канале. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свой комментарий.